из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Мы приехали еще в одно рокерское место. Называется оно ресторан «California Dinner». Находится оно на Старом Арбате. Почему рокерское? Ну, во-первых, родина вообще-то рок-музыки. Многие говорят, там негры, Африка. Не, ребята, родина рок-музыки – это Америка Северная, это Калифорния. И там из блюзов выросли рок-н-роллы. Вот это вот «California Dinner» – ресторан, как раз посвященный 50-м годам Америки. Слева Элвис Пресли, справа какой-то еще рок-н-ролльный певец. Ну, возле короля рок-н-ролла как не сфотографироваться? Скажите мне, я ж будущий король рок-н-ролла русского, поэтому хочу прикоснуться, зарядиться энергией. Прекрасные вещи делал человек. Хороший парнишка был. И воевать не хотел против России и против Вьетнама. Знаете, чем мне нравится музыка Элвиса Пресли? Ну, то, что она заводная, прикольная, рок-н-ролльная, вот такая музыка. Но мне еще очень нравится, что там минимум инструментов, минимум. Вроде бы маленький ансамбль, а звучит как целый оркестр. Почему? Да потому что там каждый инструмент играл каждую свою партию. Они переплетались. И поэтому это звучало как будто целый оркестр. Прекрасно звучало. Во! Кит Ричардс говорил, что он учился тишине у Элвиса Пресли. Тишине учился. Что оказывается, музыка, она на тишине основана. Сначала тишина, а потом звуки. Аккуратненько на них накладываются, на тишину. И получается шедевр. То есть надо учиться слушать и использовать в музыке тишину, а не колотить со страшной скоростью. Вот к чему мне надо стремиться. Микрофон в руку брать и не выпускать. Элвису Пресли продюсер когда-то так и сказал. Говорит, не выпускай из рук микрофон, потому что отпихнут потом тебя от сцены. И он не выпускал. Гитара это у него так, экзотика. Поэтому Волощук СД скоро наберет рок-гитаристов хороших и будет держать в руках микрофон. Никто меня не отпихнет от сцены, от рок-сцены, от нашей. Здравствуйте, скажите. Мне сказали, что тут можно послушать настоящий калифорнийский рок-н-ролл. Есть такое дело? А кофе вкусный есть? Бывает? Ну, я попал туда, куда надо. А джумбокс есть? Нет. Да вы что? Вот это не подходит. А, джумбокса нет уже, послушать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, кофе давайте. Пойдем. Ты чё, мужик? Я с боксом занимался. Ну чё, урожай, я. Американцы что-то недооценивают русских. Мы тоже драться умеем, а? И биты у нас есть. У каждого в машине с 90-х годов хранятся. Хотел зайти в вареничную, но начальство не дало. Сказала, иди в бар «Калифорния». Будешь возле рокеров всяких сидеть, калифорнийских. Но их тут не оказалось. Помните фильм «Красота по-американски»? Вот она, «Красота по-американски». У них там 50% населения ожирением или 70% страдают. Я тоже страдал. Раньше обожал всякие «Макдональдсы», «Блэкстар-бургерсы». И вот тут в Калифорнии тоже бургерсы. Самое главное их блюдо хорошее, между прочим. Я не пробовал. Мой видеооператор и режиссер пробовал. Он говорит, что такие вкусятины такая. Я-то пришел послушать рок-н-роллы калифорнийские. Вы знаете, что я без калифорнийской музыки жить не могу. Не могу жить без нее. Потому что там самая лучшая группа в Калифорнии. Мое мнение, калифорнийский рок сухой такой, знаете, как Led Zeppelin, только более современный. Rival Sons, обалденной группы. Даже современная Tool группа. Суперские группы. А Грета Ван Флит, ну прям реинкарнация Led Zeppelin. Во!
Классно. И в 50-е годы Элвис. Ну куда? Ну супер. Ну что вы говорите? Что вы мне рассказываете? А, хочу посмотреть на их джумбокс. Они говорят, что у них вот есть, ну, говорили, что есть джумбокс. А на входе сказали, что он не работает. Да я хоть расскажу вам про него, покажу. Сейчас пойдем, сейчас заказ сделаем и пойдем. Мы пришли сюда послушать калифорнийский рок-н-ролл 50-х годов. Посмотреть на антураж. Аутентичный антураж 50-х годов Америки. Видите, кресло, прекрасные столики, все как в автобусах у них было. Во. И я, конечно, захотел попробовать джумбоксы. Музыкальные автоматы, которые придумали, я не помню, в 30-е или 40-е годы. И тогда люди думали, что все, музыка живая кончится, потому что джумбоксы заменят всех музыкантов. Куда бросаешь копеечку, нажимаешь клавишу и играет заказанная тобой музыка. Все великолепно. И это действительно был удар по профессиональным музыкантам. Джумбоксы начали приобретать кафе, рестораны, ставить их везде, и это публике очень нравилось. Но, как и все искусственное, оно всегда начинает отмирать. И здесь это уже не джумбокс, это холодильничек, стилизованный под джумбокс. Так что вот он. Вот так вот джумбоксик выглядел приблизительно в те годы, 40-е и 50-е. Вот зато оказались прекрасные официанты. Ну, вареничную, ну, это перебор, конечно, для Волшука СД вареньки есть. Поэтому будем пить кофе и есть салат с креветками. А посмотрели меню, выглядит все аппетитно, просто потрясающе. Но я попробовать не смогу, к сожалению. Уже я все свое съел. Все уже позади-то. Поэтому кофеек, кофеек, без сахара. Наем сейчас и спать пойду. А кофеек-то вкусный. Вкусный, хорошо сделали. Пахучий. Хороший. Вот он, праздник живота для настоящего рокера. Креветочки с руколой и с огурцами. А вы говорите, что будет все плохо. Все будет хорошо. Вот видите, начальство ест бургеры с мясом. А мне только креветки с салатом, больше ничего, с руколой. В черном теле держат Волощука СД, в черном теле. Революции хочется, революции. Перемен требуют наши сердца. Хорошо. Прям чувствую, как энергия идет в тело рок-звезды. Она вам покажет, рок-звезда, на следующей неделе. Для мужиков буду петь песни всякие. И для женщин. Для всех. Ну вот и все. Остатки былой роскоши. 5 хвостиков от креветок. Вот и все. Рокер наелся. Доволный сидит. Кофе будет пить тебе. Рокер объелся, блин. Еле дышу. Теперь пойдем дальше по Арбату гулять. Теперь можно, энергии наполнился. Все, 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 все. Кофе еще допью и все. Прекрасное кафе. Мне очень понравилось. Все вкусно, быстро, вежливо. И антураж воссоздан американский вот такой вот. Правильный антураж. 50-х годов Америки. Элвис Прайс и так далее. И Оскар. Американцы, знаете, что любят? Выпускать Оскаров с разными надписями. Там внизу надписи там типа «Лучший любовник» или там «Лучший писатель». Вот я надеюсь, что когда-то я заслужу, там будет все написано «Лучший русский рокер». Волощук СД. Вот видите, а вы говорите, что Арбат не рокерское место. А вот тут вот, в этом кафе Калифорния, гляньте. Одни рокеры внизу повали. Куда ни глянь, одни рокеры. Идешь в туалет, рокеры справа. Идешь в туалет, рокеры слева. Вот одни рокеры вокруг. А вы говорите. А сзади, видите,
какая там презервативная, тут покруче, тут женские бюстгальтеры. Когда девчонки зажигают, нужно их так уметь заводить, чтобы они срывали себе бюстгальтеры и бросали на сцену, как это было у Битлов. Они играли оттуда, бросали, им даже трусы бросали туда, женские трусики. А бюстгальтеры тоже само собой. Вот как надо играть, вот такую музыку надо делать, рок настоящий. Но артефакты не только в Hard-Rock Cafe, которое чуть дальше по Арбату, в 44-м доме, но и здесь, в кафе Калифорния, видите, висят пластиночки Элвиса Пресли. Великолепный музыкант, потрясающий он сделал вещи. Но наркота сгубила его, поэтому русские рокеры, держитесь, не употребляйте эту гадость. Бросайте нахрен, потому что мы должны создавать лучшую музыку, брать лучшего Элвиса и идти дальше. Ну и видите, здесь в этом кафе Калифорния или баре Калифорния, наверное, то и другое. Помимо артефактов, видите, вон тарелочки, барабанные и палочки. И существует небольшая рок-сценка, где наверняка зажигают хорошие рок-музыканты. Будем знать теперь. Сегодня воскресенье, и, к сожалению, здесь сегодня не работают живые музыканты. Оказывается, они здесь работают только по субботам вечером. Там внизу, в баре, где висят женские лифчики и на стенах пластинки Элвиса Пресли. Вот там они выступают. Но вчера здесь была наша дочь со своими друзьями и подругами. И как раз выступали живые музыканты. И она отметила, что играют неплохо. Она в этом разбирается. Поэтому хочу прийти сюда как-нибудь в субботу и посмотреть, кто здесь работает на сцене. Как работают, что поют на русском, на английском. Не знаю, посмотрим. Обязательно приду. Ну и что тут еще очень грамотно сделано на Арбате для всех рокеров. Продумано специально для рокеров. Когда он уже нагуляется, рокер, по Арбату, когда уже душа его переполнится радостью, то он успеет добежать до туалета. Их поставили здесь аж два. Видите, аж четыре. Не опоздает никогда. То есть, кафе Калифорния, обед и бар, и туалет напротив. Но это шутка. Еда там прекрасная, реально. Рекомендую. Калифорния, во, заведение. Буду теперь с детьми, участниками рок-группы Волощука СД, сюда иногда приходить. Бургеры потрясающие. Вот они. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.